Здравствуйте! Вы на канале Ягодный Гриболов. Сегодня пришли на поляну за луговыми опятами. Ну, говорушки их еще называют. Сегодня я потрудилась, взяла с собой ножницы. И сегодня собираю я как положено, чтобы потом дома не сидеть. Видите, у нас дожди прошли. И грибочки, видимо, свежие, еще даже не червивые. Я уже немножко собрала. И одного... Вы знаете, даже хорошего шампиньончика. Видите, чистенький. А говорушки собираю так. А людей уже много. Видите, вон там мужчина. Я с ним уже познакомилась. Такую интересную историю рассказал. Как ему помогли собрать опят. Он пришел на могилку к своему папе и попросил его помочь собрать ему маслят. Он ехал в его любимый лес, папын. И он ему помог. Действительно, он собрал целую корзину грибов. Так что, видите, даже в тихой охоте без мистики не обходится. Будем собирать, пока говорушки, а там видно будет. Там, посмотрите, какой большой шампиньон попался. И причем даже не червивый. Чуть-чуть поломался, видите, ну ничего страшного. Красавчик. Красота. Земляники распускаются все больше и больше. Когда сначала мы приходили, было мало. А сейчас уже прям много. Скоро будем собирать землянику. А пока ищем говорушки. Луговые опята. Видите, кто-то нашел шампиньончик, но плохой. А вот и они, собственной персоной. Сегодня собирать одно удовольствие. Срезаю, можно сказать, что сразу перебираю. Хорошие берем, плохие оставляем. Но больше хороших, чем плохих. Хотя вот это вот червивое. Червивый. Оставляем. Так. Этот вроде бы ничего. Хотя нет. Тоже червивый. Все, эти грибы оставляем. Идем дальше. Ой, посмотрите. Кого-то спугнула. Птичку какую-то. Уже приземлилась. Блин, сама напугалась. Вот такие хорошие кучки попадаются. Это, видите, это грибы вряд ли будут червивые, потому что они свеженькие. Сейчас я их срежу, и мы посмотрим. Но я просто уверена, что они хорошие. Посмотрим вот эти два. Да, видите? Очень хорошие. Так что соберем. Тут больше... Нет. Посмотрите, какая красивая семейка мне попалась. Ай, порвала их один. Свеженькие еще грибочки. Свеженькие еще. А вообще грибников очень-очень много. Просто и на машинах, и на мотоциклах, и на велосипедах. Один ко мне подошел. Сегодня у меня грибниковый день. Целый пакет луговых опят. И спрашивает, а что это такое, товарищи? А что вы собираете? То, что все. Да. Ну ничего, грибов действительно много. И всем хватит. Эти оставлю, пусть растут. А вот эту семейку даже не знаю, как назвать. Удача так удача. Вот еще. Вот большая. Ну, это старые. Вот тут помоложе. Вот пошли. И вот еще тут тоже можно что-то выбрать. Хорошее местечко.
Кроме опят, сегодня мне еще попадаются шампиньоны. Посмотрите, очень даже хорошие. Дожди прошли. А вон там, посмотрите, даже сразу виден. Пойду тот соберу. Ух ты, вон тут даже не один. Вот это красотень. Дожди прошли, и шампиньончики полезли. Вот такие ребятки. Вот такие хорошие. В тот раз мы собирали, очень много было червивых, очень. Сейчас посмотрим, что из этого нам удастся с собой забрать. А что придется здесь? Вы не поверите, здесь столько людей ходило. И однако не все грибы были найдены. Вот красавчик. Посмотрите, аж издалека видит. А людей ходило, я не знаю, сколько. И вот еще один. Вот такие грибочки мне попались. Набрала я опяток, целую корзинку. Видите, и шампиньонов чуть-чуть. А сейчас пойду за трутовиками. И решили еще вернуться за трутовиками в наше место. Где-то вот тут я еще видела, мне кажется. Сейчас посмотрю. Нет. Нет. Значит, только здесь. Вот наше место. Пришли мы сюда. Видите, здесь мы уже срезали. А здесь новые выросли. Тихо, сколько их. Сейчас я срежу их. И пойдем дальше. Надо снять такой трутовик. У нас есть лестница. И сейчас мы будем его снимать. Урожай. Кошелка трутовиков. Здесь у меня шампиньоны и трутовики. А это корзиночка с луговыми опятами. Осталось собрать только вот этот, вот этого красавца. Ну вот и все. Наш сбор подошел к концу. Хорошо мы сегодня собрали. До новых встреч на канале Ягодный Гриболов.